всякая женщина, ты хочешь любить и быть любимой. И ты не должна этого стесняться. Мне вообще давно пора лишить родительских прав. Да? Потому что чему я, сыночка-то, научу, а? Муж-то одно. А легкий флирт на рабочем месте для тонуса совсем другой дело. Если бы я 8 лет назад аборт не сделала, у нас уже ребенок. Слушай, я тебе заставил, что ли, сделать аборт? А вообще, если хотите ребенка, я советую подумать об усыновлении. Слушайте, Петр Алексеевич, я вообще не понимаю, чего так злились? Я же не прошу вас на меня жениться. Я просто пришла к вам на работу. Значит, ты не имеешь никакого права мне не давать общаться с ребенком. А ты иди заявление напиши в суд. Многосерийный фильм Валерии Гай-Германики. Краткий курс счастливой жизни на Юргене.